Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня мы решили поговорить о вакцинации. Ну, не просто поговорить, а попытаться ответить на несколько вопросов. Вопросов, которые задают себе сейчас многие из нас. Обязательно ли нужно вакцинироваться или не обязательно? Защитит ли вакцинация организм от поражения его вирусом? Чем отличается одна вакцина от другой? Какая из них более эффективна? Ну и, конечно, вопрос, наверное, номер один. Как организм здорового человека реагирует на получение вакцины, насколько при этом велики риски и насколько опасными могут быть побочные явления. В общем, давайте уже будем задавать эти вопросы нашему сегодняшнему гостю. В эфире Васильевский остров, у нас в студии заведующая кафедрой профессиональных болезней и клинической иммунологии Днепровского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Гашинова. Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем перейти к разговору о вакцинации, вот хочу спросить у вас такой обобщающий вопрос, что ли, вот о чем. Скажите, насколько далеко продвинулись вы, медики, ученые-медики, в понимании ковида? Проще говоря, достаточно ли хорошо вы понимаете уже, с чем мы столкнулись, и, соответственно, достаточно ли у вас уже необходимых знаний для эффективной борьбы с вирусом? Вы знаете, вопрос очень сложный. Он, с одной стороны, простой, потому что мы уже полтора года работаем в условиях пандемии, и, конечно, наработали колоссальный клинический опыт только в больнице, в которой я работаю, 4-й городской клинической больнице, на базе которой расположена наша кафедра, пролечено более 2000 пациентов. И, конечно, за этот год мы приобрели определенные навыки, разработали определенные алгоритмы. Кстати сказать, протокол по ведению больных с коронавирусной инфекцией украинский – один из самых передовых протоколов не только в Европе, но и в мире. И я с гордостью могу сказать, что сотрудники нашей медицинской академии, в частности, профессор Людмила Романовна Шестакович-Корецкая, является одним из авторов этого протокола. Все, что в мире появляется самого современного по ведению коронавирусной болезни, в наших украинских протоколах отражается. А так как у нас есть инсайдер, то мы узнаем об этом даже немножко на полчаса раньше, чем это публикуется в официальной прессе. Но проблема заключается в том, что вирус меняется. И он старается выжить и приспособиться ко всем тем хитростям, которые применяет человек. И поэтому все наши знания и умения нам постоянно приходится обновлять. Хорошо, давайте тогда о ваших знаниях и умениях уже непосредственно. Непосредственно о вакцинах и вакцинации. Вот с учетом того, что мы не на ученом совете, поведайте нашим телезрителям, вот что это и зачем это, что это вакцина, зачем вакцинироваться. Ну, вообще путь человечества к вакцинам пролегает из стародавних времен с черной оспы. И очень много тысячелетий назад, когда еще не было всемирной глобализации. А черная оспа уже была, да? А черная оспа уже была, причем в разных концах земного шара. И китайцы, и скандинавы, и древние египтяне применяли прообразы современных прививок для профилактики этого заболевания. Ну, конечно, современная эра вакцинации, мы знаем даже день и час, когда это произошло. Произошло это 14 мая 1796 года, вот через два дня мы будем отмечать такой небольшой юбилей, когда Эдвард Дженнер, британский ученый, привил от оспы, используя коровью оспу первого мальчика, который, кстати, дожил до глубоких лет. Так вот, этот путь достаточно длинный. И за время, прошедшее с первой официальной вакцинации, конечно, человечество убедилось, что это добро и ни в коем случае не зло. Хотя и в те времена, как и сейчас, многие сомневаются. Скептиков достаточно. Да, и было скептиков достаточно и тогда. Но технологии по призыву к вакцинации, ну, нужно сказать, не сильно изменились. И тогда главными вакцинаторами, сторонниками вакцинации были селебрити. Вот, например, Екатерина II, все знают, что в Россию привезла прививки от оспы. И также активным популяризатором вакцины была небезызвестная леди Монтегю, которая тоже всячески это приветствовала. Но не обошлось и без таких тоталитарных мер, потому что
поначалу солдат британской армии прививали насильно от оспы. Ну, а потом увидели, что это благо, и стали уже выстраиваться в очередь за вакцинами. Ну, хорошо. При этом статистика заболеваемости и заявления, кстати, специалистов определенных, я не знаю, много их, мало, они свидетельствуют о том, что вакцина все-таки не панацея, да, что вакцинированные люди тоже потом могут заболевать, и что вакцина не есть стопроцентная гарантия иммунитета или незаболеваемости. И если это так, то зачем? Может, просто лучше как-то соблюдать какие-то меры? Вы абсолютно правы. И, безусловно, риск заболеть остается у каждого, даже вакцинированного самой современной вакциной. Но вопрос в том, как тяжело заболеть и какова вероятность такой болезни. Мы знаем, что самой передовой страной по вакцинации от коронавирусной инфекции является Израиль. На сегодняшний день уже порядка 60% населения получило две дозы прививки, то есть окончательно вакцинировано. Но вот они провели очень интересное исследование среди медперсонала, который находится непосредственно в очаге инфекции, то есть каждый день сталкивается с коронавирусной инфекцией. Спустя 2 месяца от получения второй дозы оказалось, что процент заболевших среди вакцинированных составляет 0,03, а среди невакцинированных 17%. Хотя люди применяют средства защиты достаточно серьезные, работая. Да, и разница существенная. Второй пункт, по которому хотелось бы призвать всех вакцинироваться, это тяжесть болезни. Потому что привитой человек, мы видим и в нашей клинической практике, слава богу, вакцинация у нас стартовала, и мы уже имеем дело и с привитыми, в том числе, людьми, но некоторые из них после первой дозы прививки заболевают. Но все-таки хочется сказать, что в большинстве случаев, даже если они заболевают, они отделываются легким испугом. То есть это простуда, потеря обоняния, и это совершенно не те тяжелые случаи, которые, наверное, о которых может рассказать каждый врач из каждой больницы, где оказывают помощь таким больным. А вот сами вакцины, они все плюс-минус одинаково эффективны? На сегодняшний день во всем мире, и, кстати говоря, и в Украине, существует 3 вида вакцин, которые применяются для лечения профилактики коронавирусной инфекции. Это так называемые МРНК или матричные РНК вакцины, такие как Pfizer, BioNTech и Moderna. Это векторные вакцины, где в качестве носителя вот этой вот частички генетического материала вируса, которая вызывает иммунный ответ, выступают аденовирусы. К ним относится спутник ВИ, например, знаменитая вакцина AstraZeneca, которая первая вошла в Украину, и которой мы начали вакцинировать. Это вакцины, созданные на основе самого вируса, да? Совершенно верно. Вот первые 2 типа вакцины, матричные РНК и векторные, созданы на основе кусочка вируса, но самого главного кусочка, который способствует прикреплению вируса к слизистым оболочкам. То есть если заблокировать вот этот вот участок вируса, то сколько бы вирус ни поступал в организм, ему трудно будет просто проникнуть сквозь слизистые. Разница заключается в том, что в вакцинах Pfizer и Moderna в качестве оболочки, которая несет этот кусочек вируса, используется жировое вещество, поэтому их нужно хранить при температуре минус 80. А в векторных вакцинах используется безопасный аденовирус. В случае спутника ВИ это аденовирус человека, а в случае астрозенековской вакцины это хорошо известный аденовирус шимпанзе. Есть еще 3-й вид вакцины, она более традиционная, более понятная для всех. Это убитый вирус болезни. На его основе сделана китайская вакцина Синовак.
Но эффективность этих вакцин... То есть непосредственно уже на вирусе этого... Да, из убитого вируса. Хочу подчеркнуть, что ни одна из трех вакцин не является живой. То есть сказать о том, что человека привили, и он заболел от прививки, будет категорически неправильно. Потому что ни в одной из этих вакцин живого вируса нет. Есть либо его частичка, либо убитый вирус. Но эффективность матриксных РНК-вакцин и вакцин на основе аденовируса, если их вводить с определенным временным интервалом, превышает 90%. Это уже показали клинические исследования, и в ходе которых определили именно промежуток, с которым нужно вводить первую и вторую поддерживающую дозы. Что касается вакцины китайской, то здесь, как говорят, мнения ученых разделили. И есть несколько клинических исследований. Первое из них было бразильским, которое показало 50% эффективности этой вакцины. И, собственно говоря, к этому исследованию обратились представители китайских властей, которые, вы, наверное, в прессе слышали, сказали о том, что вакцина эта эффективна лишь наполовину. Но на сегодняшний день известны результаты исследований, которые были проведены в Турции и в Индонезии, которые показали, что все-таки ее эффективность гораздо больше, приближается к 80%, что является очень неплохим результатом. Но в Украине, насколько я, во всяком случае, знаю, в основном это Ковишилд, да? Да, это векторная вакцина. AstraZeneca, но это одно и то же, да, только в разных местах, да, произведена. Да. Что вы о них можете сказать, об этих препаратах? Ну, потому что пока разговоры о Pfizer, только разговоры, да, там, что планируют закупить. Нет, она уже есть в Украине, уже начали прививать определенные категории людей. Кстати, сказать нужно, мне так кажется, что в Украине мы находимся не в самом плохом положении. И на сегодняшний день главной причиной является причиной низкого уровня вакцинации является нежелание вакцинироваться. Но тут мы опять можем вернуться в 18 век, во времена Екатерины II. Понятно, что пока у страха глаза велики, пока у нас неизвестность в отношении вакцин, конечно, мы как здравые люди боимся... Ну, в основном чего бояться? Боимся, ну, каких-то побочных эффектов, да, последствий, вот, реакции организма на вакцинацию. Кстати, вот, ну, какие они могут быть, побочные эти явления? Ну, уже же есть какой-то опыт? Безусловно. Значит, в отношении побочных реакций хочу сказать следующее. Во-первых, любая приличная фармацевтическая компания, которая, когда выпускает продукт на рынок, она пишет инструкцию, очень длинную и очень мелким почерком. И там раздел «Побочные явления» занимает существенную долю. Почему? Потому что составление инструкции является результатом клинических испытаний. Так вот, если в ходе клинических испытаний при приеме какого-то лекарства у пациента зачешется правое ухо, связано это с приемом препарата или связано с тем, что его укусил комар, добросовестный производитель должен в инструкцию внести, что возможное побочное явление – чешется правое ухо. То же самое с вакцинами. Если есть побочные лекарства у любого простого порошка от температуры, естественно, у такого серьезного лекарственного вещества, как вакцина, тоже могут быть побочные эффекты. Они вполне ожидаемы. Такие, как повышение температуры, головная боль, слабость, интоксикация. То есть человек переживает мини-ковид, но переживает его в легкой форме и на протяжении короткого промежутка времени. Кстати сказать, эти реакции побочные развиваются далеко не у всех. И для каждой вакцины они имеют свои особенности, но в основном через сутки, двое, даже у тех, у кого эти побочные реакции возникают, они проходят совершенно бесследно. Я понимаю, что ваш вопрос, наверное, связан с информацией, которая очень усиленно муссируется в отношении тромбозов. Да, связанных, что некоторые страны отказываются применять какую-то вакцину, потом опять начинают.
потом там еще что-то. Я понимаю, это борьба фармакомпаний за суперприбыли там какие-то, но все равно вот эти вот, насколько они... Ну, давайте с вами оперировать фактами. Когда появились первые сообщения о венозных тромбозах, было привито 17 миллионов человек. И на 17 миллионов было зарегистрировано 39 случаев венозных тромбозов. Любой врач скажет, что в популяции такое заболевание, в общем-то, встречается гораздо чаще, без всяких прививок, и вне коронавируса. Последние данные по Соединенным Штатам Америки. На несколько миллионов привитых 12 описанных случаев венозного тромбоза. Причем каждого из них они знают поименно, это все отражено в соответствующих публикациях. Ну, по-моему, доля ничтожно мала. Хотя, безусловно, риск существует, как и при приеме любого лекарственного вещества. Но я хочу привести пример. У нас на семейном совете встал вопрос о том, нужно ли вакцинироваться. И вот кстати, я перебью. Это сейчас такой вопрос-тест на все сказанное вами раньше. То есть по поводу прививки вас, там, вашей семьи. Я уже привелась, поскольку я врач, и я, как и многие сотрудники медакадемии, уже полтора года оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией. С одной стороны, мы преподаватели, мы занимаемся наукой, но, конечно, все клиницисты, которые работают на соответствующих базах. Мы с первого дня мы работаем на наших клинических базах и консультируем самых тяжелых больных, самые сложные случаи. И поэтому мы тоже, как медработники, имели право привиться. И предваряя все кривотолки, я хочу сказать, что уже первую дозу вакцины AstraZeneca, Covishield, я себе сделала, потому что это была первая вакцина, которая зашла. Именно для медицинских работников. А так там вот, сейчас прописано, да, категории, которые сейчас конечно, имеют право. Конечно, как и во всем мире, да. Это все очень хорошо структурировано. Так вот, возвращаясь к нашему семейному совету. Когда стал вопрос о вакцинации и о побочных эффектах, я из врачебной семьи, мы это начали все обсуждать. И тему сразу закрыл мой папа, врач с 50-летним стажем, который сказал, что до побочных дайте-ка мне вакцину, потому что до побочных эффектов я еще очень хочу дожить. И вопрос отпал сам собой, конечно, Я разговаривал там с папой, я тоже советовался здесь с одним главным врачом. Ну так, мы обсуждали вот целесообразность вакцинации и так далее. Я услышал от него интересное, на мой взгляд, такое мнение. Он сказал, да, есть страх заболеть, ковид-инфекция, да, все, риски велики. Но в то же время есть страх перед вакциной у людей. Побочные явления, там, как организм отреагирует, поди знай. Вот. И я спросил, ну вот при всем при этом, при тех страхах, этих страхах, нужно вакцинироваться, не нужно? Что ты же, говорю, врач, что ты посоветуешь? Он ответил так, говорит, вот есть один страх, есть второй страх, а ты сам реши, какой страх для тебя меньше, и просто так поступи, сделай такой выбор. Ну, я всех сомневающихся могу пригласить к нам в отделение реанимации. Потому что единожды, увидев больного, нуждающегося в респираторной поддержке, больного, который просит о помощи, который находится в тяжелом состоянии, наверное, все сомнения о необходимости вакцинации отпадут. Знаете, я бы такие еще ролики, ну или прямую трансляцию, ну лица бы как-то закрывал, конечно, транслировал бы в супермаркетах, в больших торговых центрах. Ну вот чтобы все эти бравые ребята, там мужчины, женщины, молодые люди видели все эти страдания, все эти муки. Может, до них как-то доходило бы, что нужно маски надевать, что нужно как-то себя вести с оглядкой все-таки на ситуацию, на пандемию, в которой мы сейчас живем. Вы знаете, еще со средних веков в Германии есть такая пословица: «Оспа и любовь никого не минет». Ну, оспу, слава богу, в середине прошлого века победили. Ну, другая оспа появилась. А появилась другая оспа, которая, к сожалению, никого не щадит. И если приводят антивакцинаторы такой аргумент, что вот у нас в семье один человек заболел, а второй прекрасно перенес, находился с ним в одном помещении, ел из одной посуды и не заболел. Ну, хочу огорчить таких людей, еще не вечер. И у нас
очень часто бывает, что сначала заболевает один член семьи, второй за ним, находясь в состоянии стресса и мобилизации всех своих защитных сил, ухаживает и считает, что чаша сия его миновала, но проходит 2-3 месяца, и уже второй член семьи поступает на лечение. Знаете еще какой аргумент, вот как вы называетесь, тех, кто сомневается или делает, что вирус мутирует, вирус меняется, а вакцины же как бы созданы по какой-то одной формуле, да, и как они могут защитить, предохранить там от изменившегося уже, сейчас же мы слышим там какой-то индийский штамм, там английский. Да, эта информация уже самых последних дней. Хочу сказать, что против британского штамма, который сейчас господствует на территории Украины, кстати говоря, он гораздо тяжелее тех клинических случаев, которые мы видели год назад, и более длительно протекает. И, кстати, для нашей молодежи, к сожалению, он поражает и молодых людей, и у молодых людей мы видим тяжелое течение. Так вот, существующие вакцины пока эффективны в отношении британского штамма. Появилась информация, что они менее эффективны в отношении вакцины китайской, вернее, китайская вакцина менее эффективна в отношении индийского штамма. Но пока, слава богу, на территории Украины мы таких данных не имеем. Почему не говорю категорично, что этого штамма нет? Потому что в нашей стране, к сожалению, секвенирование вируса не проходит. А для того, чтобы сказать, какой это штамм, нужно сделать определенные исследования. Но, тем не менее, клинически мы видим, что сейчас превалирует британский штамм. И исследования говорят о том, что вакцины существующие эффективны в отношении него. Чем хороши еще матриксные вакцины и векторные? Тем, что, по сути, их производство – это своеобразный 3D-принтер, только на микроскопическом уровне. И если вирус сильно мутирует, то просто этот 3D-принтер перестраивается на выпуск другого уже мутирующего участка, который входит в состав этой вакцины. То есть технологически это очень просто и очень быстро изменить производство с одного штамма вируса на вакцину против другого. Еще несколько вопросов, таких вот блиц и не блиц, как получится. Вот скажите, нужно ли проверять, ну, что дает вакцина? Да, она дает организме, ну, так, для простого человека, антитела, да, вырабатывает, которые вот являются некой защитой, хотя там есть уже какие-то теории, что не в антителах дело, а немножко в чем-то другом, ну, то такое. Так вот, нужно ли проверять антитела до вакцинации и после вакцинации, и влияет ли, ну, тот результат этого теста на антитела, их количество, да, на принятие решения. Да, прививаться или нет. Американская комиссия по контролю за заболеваемостью, знаменитая CDC, дает совершенно однозначные рекомендации. Проверка антител перед принятием решения о прививке нецелесообразна. И эта рекомендация под собой имеет то основание, что, во-первых, там очень умеют считать деньги. В любой европейской стране со страховой медициной не так-то просто пойти и сдать тест на антитела. И не любая страховая компания просто так ради интереса этот тест покроет. В отношении наших возможностей здесь мы в выгодном положении. У нас есть масса частных лабораторий. Да, за ваши деньги любой каприз готова оказать вам подобного рода услуги. Ну, во-первых, я хочу сказать, что нельзя сравнивать титры антител, полученные в разных лабораториях. Потому что в каждой лаборатории есть свои особенности по методике определения. Но это все равно, что сравнивать зеленое с квадратным. То есть это несравнимые единицы. Во-вторых, большинство из этих лабораторий показывают значения в качественном аспекте. То есть, есть антитела или нет. Какой бы высокий титр ни был, у нас есть граничное значение. Все, что выше, это да, а все, что ниже, это нет. И только в последнее время ряд передовых лабораторий внедрило определение антител к спайк-протеину, который, собственно говоря, входит
в состав и мРНК вакцины, и векторной вакцины, в частности, Covishield. Так вот, даже если уровень этих спайк-антител будет превышен в сравнении с нормой в 3, в 5, в 10 раз, это написано в инструкции к оборудованию лабораторному, это не дает гарантии защиты от инфицирования коронавирусом. И мы видим вираж антител. То есть все равно нужно вакцинироваться. Потому что после вакцины мы видим, ну мы же ученые, нам же интересно изучать это с научной точки зрения, мы видим вираж антител в несколько тысяч раз после введения первой дозы вакцины. Поэтому я считаю, что не нужно тратить время, не нужно тратить деньги. Это психологически, да, ты считаешь? Да. Ага, ест, и надо. Как в том анекдоте, опять сомнения, да, вот да. Обнаружили антитела и прививаться ли. То есть я тут полностью поддерживаю CDC, этого делать хорошо. Не нужно. Хорошо, еще коротко совсем. Нужно ли прививаться переболевшим? Обращусь опять к рекомендациям CDC. Они говорят о том, что переболевшие должны вакцинироваться, могут вакцинироваться через месяц после острого эпизода болезни. Но здесь есть у медали две стороны. Почему такие рекомендации? Потому что, с одной стороны, мы живем в эпоху тотального дефицита вакцин. И, конечно, предполагая, что переболевшие имеют какой-то уровень защиты, предпочтение в очереди отдается неболевшим. Наши рекомендации говорят о том, что в течение 3 месяцев возможно сохранение защитных антител, но на самом деле точно на этот вопрос не ответит ни один человек. Хорошо, тогда скажите вот еще точно, и это будет последним на сегодня вопросом. Есть ли категории людей, которым не показана вакцинация? Ну, может быть, там, не знаю, беременные женщины, может быть, там, люди с хроническими заболеваниями, еще что-то. Обращусь опять к западным рекомендациям, к европейским и американским. Я, готовясь сегодня к передаче, специально еще раз этот вопрос уточнила. Так вот, существует и у американцев, и в Европе только 2 абсолютных противопоказания для вакцины. Это анафилаксия на первую дозу вакцины и с осторожностью, если была анафилаксия, ну то, что мы называем анафилактическим шоком, на какие-либо другие вакцины. Все остальное противопоказаниями не является, в том числе и беременность, и лактация. Но здесь, конечно, идет оговорка о том, что каждый из беременных и кормящих принимает это решение для себя сам, поскольку, естественно, никаких клинических испытаний на этих категориях пациентов наших не проводилось и проводиться никогда не будет. Спасибо, Екатерина Юрьевна, за этот обстоятельный разговор. Ну, мне было все понятно, я даже теперь, наверное, могу зачислить себя в сторонники такой... активные сторонники вакцинации. Уважаемые телезрители, я думаю, что тоже вам стало очевидным, что вакцина – это не зло, это вакцинироваться необходимо по возможности, которые пока есть не у всех. И в этом нас убеждала сегодня Екатерина Гашина, профессор, доктор медицинских наук и заведующая кафедрой профессиональных болезней и клинической иммунологии Днепровского государственного медицинского университета. Спасибо вам, спасибо, уважаемые телезрители, и будьте здоровы.